Кстати, сейчас Металлург выпустил полевого игрока. Они выпустили полевого пятого игрока и 5 на 4 играют, при равных составах 4-1. Сейчас удаление было у обоих, 4 на 4. И сейчас Металлург играет в большинстве пятером против четверых. Выпустили полевого игрока пятого. Ну, конечно, 4-0 проигрывать. Тут уже 13 минут осталось, мало на ней. И тут уже время мало осталось играть. Ну, в пустой давай, забьешь, нет. Ну. Фас, ну, попади. Ну. Ногой отбил его. Они даже четвером играли без вот Айчи. Пятого. Вот шестой вышел, правильно. Вот сейчас шестой вышел. О, можно пустые. Ну, забьют пустые. Нет, сейчас. Сейчас авангард. Если сейчас пустые забить 5-0, все, точка какая точно. А так еще шансы. У елки опасно тут. Да выбоси ты шайбу, блядь, не можете выбросить. Оп, еще три. Я так и знал, что в третьем периоде Металлург будет получше играть, чем первые два. Ну как бы там фол был. Теперь они шестером играют против пятерых, потому что те вышли все. Теперь Магнитка играет шестером. А, 6 на 5. Ой-ой, пас, бросок. Пиздец, гол, сука. Пизду, блядь. Металлург одну шайбу, в итоге шестером против пятерых забили. Я не удивлюсь, если там еще рикошет был. Забросили, сука. Тут бросок и тут добивание, гол, да. Шестером 6 на 5 забросили, да. Ну камбэка только не надо, блядь. Не портите мне еще хуже настроение, не делайте.